Меня зовут Емельянов Анатолий Игоревич. Я парапсихолог, экстрасенс. Что я хочу вам сказать? Я сейчас проведу сеанс с вами суггестивного гипноза. Что, в чем это заключается? Вам ни о чем не надо думать будет. Просто нужно будет сесть перед телевизором, перед экраном, расслабиться, ни о чем не думать, смотреть просто на экран. Сеанс заключается в том, что я буду делать своеобразные пассы, которые будут направлены на вашу релаксацию, то есть на ваше расслабление всего организма. То есть когда вы уставшие, придете после работы или вообще в течение жизни что-то, ну бывают такие обстоятельства, которые просто хочется отдохнуть. Вам нужно что? Просто прийти, сесть, включить этот диск и смотреть. Не надо напрягаться, ни о чем не думать, просто смотреть и ощущать все свои внутренние те переживания, те переходы, свои энергетика, своего тела, которые вы будете ощущать во время сеанса. Здесь никакого негатива нет. Сеанс направлен только для того, чтобы возместить ваш дисбаланс, энергетику поправить и излечить, просто поправить и поправить те перекосы в организме, которые у вас есть. Здесь моя цель это дать вам здоровье, тонус и бодрость. Я обещаю вам, что все будет хорошо. Ну а сейчас начинаем сеанс. Сеанс релаксации. Еще раз повторяю, вам ничего не нужно делать, просто сесть, расслабиться и смотреть на экран. Остальное сделаю я. Мои движения рук и энергетика. Вы будете это очень и очень хорошо чувствовать. После сеанса вы будете бодрыми, отдохнувшими и с приятным настроением. Еще раз повторяю. Меня зовут Емельянов Анатолий Игоревич. Я участник 8-й битвы экстрасенсов, парапсихолог. Так что я вот сейчас, мы начинаем с вами сеанс. Я обещаю вам, что все будет хорошо.